Вообще, я считаю, что надо прекратить финансирование, государственное финансирование кино. Кино должно быть самоокупаемо, как любой бизнес. У нас же нет государственного финансирования кафе, ресторанов, ночных клубов, любых развлекательных. Кино — это развлечение, в первую очередь. И поэтому финансировать развлечение должны те, кто это развлечение создает. Если вы уверены в своем сценарии, в идее, снимайте кино, и окно в Европу — это Канны, и в мир —